Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Самосате Западной Армении найдены древние пещерные гробницы. В Киликии найдено 4000-летнее оливковое ядро. На озере Ван в Турции затонула лодка с мигрантами. Ситуация в Сирии. Турция может создать военно-морскую базу на оккупированном севере Кипра. Сирия подаст иск против США из-за разграбления нефти. В музее Эребуни представлены найденные в бассейне Севана эксклюзивные археологические экспонаты. В районе Кахта провинции Самосат Адиямана в Западной Армении жители деревни обнаружили монументальную пещеру мавзолей римской эпохи. В поле у деревни Бакбажа жители обнаружили вход в сооружение, напоминающее комнату. Оказалось, что это монументальная пещерная гробница, относящаяся ко времени римской эпохи. Власти начали работу по регистрации и защите исторической находки. Во время раскопок в Ойлум-Хоюке в Киликии археологи обнаружили оливковое ядро 4000-летней давности. Сейчас выясняется, несет ли историческое ядро тот же ген, что и оливки, которые выращиваются в этом регионе сегодня. Наряду с оливковыми ядрами во время раскопок были также обнаружены базальтовые гравийные породы, которые предположительно использовались в производстве оливкового масла. Лодка с мигрантами затонула на озере Ван на востоке Турции, погибли 7 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство Анадолу. Сообщается, что 64 мигранта спасены. Провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны Европейского Союза. Правительственная армия отбила у джихадистов мост у поселка Бабулины, мост у города Хиш, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter Абдозем. Также сообщается, что сирийская арабская армия вернула под свой контроль деревни Тель-Аль-Хатра, Джалбан, Басра, Тувейль, Аль-Халиб и Захаби. Без боя радикалы покинули деревни Кафр-Басин и Бабулин. Самолеты ВВС Сирии наносят удары с воздуха по опорным пунктам радикалов в районе поселка Тель-Манас, а также по путям снабжения радикалов на магистрали, связывающей города Бабила и Хан-Ас-Субуль, как передает агентство Step News. Несколько деревень боевиков Тахрир-Аш-Шам покинули без боя. Удары по линиям обороны джихадистов вынудили их отступить в сторону шоссе М5, которое связывает провинции Алеппо и Дамаск и к деревне Табир. Силы правительственной армии также встали в 3 километрах от наблюдательного пункта турецкой армии Эвмар-Хатати и ждут прибытия в район подкрепления. Турция может создать военно-морскую станцию на оккупированном севере Кипра. По сообщению газеты «Милиет», группа экспертов исследует район, чтобы определить местонахождение такой станции. Планируется строительство новых военных округов и военно-морских объектов, но без склада боеприпасов. По данным газеты, военно-морская станция на острове ускорит развертывание кораблей и ускорит их обслуживание. Ремонт и снабжение обеспечат долгосрочное развертывание военно-морских и воздушных элементов. Сирийские власти готовятся к подаче иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны, заявила в среду советник президента Башара Асада Бусейна Шабан, передает РИА Новости. Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты того, какие законные меры могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что, как они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики, заявила Шабан в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин». Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продает Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений. В зале временной экспозиции историко-археологического музея заповедника Эребуни состоялось открытие временной экспозиции под названием «Археологическое наследие страны», посвященной памяти археолога Ашхарабека Калантара. В беседе с Арменпресс директор заповедника Эребуни Микаэл Бадалян отметил, что на выставке представлены уникальные экспонаты, найденные в бассейне озера Севан. Интересно, что большая часть территории современной Армении была частью племенного союза Этиуни, а Уэдури является индоевропейским корнем «уотр», что означает «водный этуин». «Здесь представлены бесценные и уникальные украшения», — сказал Бадалян. Выставка организована в сотрудничестве с Институтом археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения. Выставка оснащена панелями для фотографий и комментариев, которые делают презентацию более доступной. Выставка продлится до 30 марта. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Хоротик. Сайте телефона.
Оставайтесь с миром.